5 забитых мячей. Жоа Карлос с мячом. Курадо вперед вышел вместо Чельстрема. Вот трудно сказать, насколько это замена усилит игру. Асбилис обыгрывает. Входит прострел. Мы же сказали, что еще будет футбол. Это еще не все. Это «Зенит» «Спартак» на первом. 2-2, 70-я минута. Прекрасный проход. Индивидуальное дельце Араса Асбилиса. Два армянских футболиста сотворили чудо на Петровском. И Мавсисян направил мяч в ворота. Вот Асбилис обыграл Губачана. Кстати говоря, Губачан сегодня много ошибок допускает. И вот этот пас... И здесь Ломберс, но здорово, в одно касание, как на тренировке. Я бы даже сказал, как в хоккее, пас на пятачок и подставлена клюшка. Но это была нога Мавсисяна. Одним касанием.